Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о космической стратегии, называется она Strike Flat. Данная игра абсолютно бесплатная, скачали ее более миллионов раз, различные награды данная игра получила, также средняя оценка 4,5. Давайте посмотрим, что вся игра представляет. Нажимаем на play. Вот список уровней, ну, галактик или систем, на которые мы можем перемещаться. Я в данный момент нахожусь здесь. Но мы вот тапаем и можем на любую из них попасть. Ну, система получается, система. Вот. Сверху показан наш уровень. Это уровень накопленный, уровень, сколько мы накопили. Тут различные, ну, типа монеты, которые нам позволяют, назову их так, позволяют докупать различные вооружения. Давайте нажимаем на нашу следующую миссию. Нажимаем Continue. Так, вот наш корабль, который мы можем сделать апгрейд. Вот, допустим, вот я в него тапаю, да, вот здоровье наше, различные характеристики, damage, радиус нашего поражения, скорость, энергия и все остальное. Вот. Мы, различные характеристики постепенно у нас будут улучшаться, или мы сможем их прыгать. Игра, в игре очень много доната, поэтому имейте это в виду. Также, вот, допустим, чтобы сделать апгрейд, да, нам нужно 44 вот этих фигнюшек. Но у нас, к сожалению, их нету. Также мы можем дополнительные наши эти вот, которые у нас вспомогательные корабли, я вам сейчас объясню, в чем. То есть мы управляем большим кораблем, он летит снизу вверх, и нам различные корабли помогают, вспомогательные, они мелкие такие. Вот, как я понимаю, их можно дополнительно покупать. Ну, много чего тут можно докупать. Вы уже будете проходить сами, разберетесь. Давайте посмотрим саму игру. Нажимаем Continue. Вот. Тут различные перки доступны, которые нам позволят... Ну, нам проще будет. Вот, допустим, 25 дэмиджа больше на 25%. И все остальное. Давайте нажимаем. Ну, у нас пока бесплатно. Нажимаем Start Mission. Вот наш корабль. Различные сюжетные вставки. Ну, не вставки, текст будет, который будут показывать нам. Нажимаем вот какой-то враг. Вот, для того, чтобы нам атаковать, вот наш корабль основной, да, у нас 4 есть различных корабля вспомогательных. Мы также можем вращать вот так вот камеру. Летят на нас наши враги, мы вот так вот отсюда свайпаем и даем приказ, чтобы мы наши корабли атаковали наших врагов. Видите, мы заодно зарабатываем опыт при атаке на этих врагов. Вот, так вот свайпаем. Также будет нам различные тяжелые крейсеры на нас нападать. Вот. У нас различные вспомогательные будет вооружение на наши союзники будут нападать. Постепенно у нас будет корабль более мощнее, как вы понимаете. Вот. Ну, такая неспешная стратегия космическая. Просто летите и уничтожайте. Вот. Будет тут достаточно интересно. Ну, мне кажется, раз игру скачали столько раз, она достаточно интересная. Давайте маленько пройду. Вот наверху показано, что наш опыт накопился. Также мы можем быстренько перемотать, чтобы быстрее у нас игра пошла, чтобы не ждать. Дальше будет гораздо интересней, я вам сразу скажу, потому что это в начале у нас, когда слабое вооружение. Давайте увеличим. Все, мы миссию нашу прошли. Я там в первую миссию доходил, нас там пришлось мне телепортироваться, потому что слишком много на меня напало народу. Вот после прохождения миссии мы получаем различные плюшки, которые нам помогут в дальнейшем опрыгивать наш корабль и модернизировать его. Давайте посмотрим дальше, какие у нас миссии будут. Так, у нас, ну, различные достижения мы зарабатываем. Давайте следующую систему. Нажимаем. Так, мы сможем здесь опрыгивать. Нажимаем, допустим, да? И наши характеристики повышаются. Нажимаем. Все, мы стали мощнее. Нажимаем Continue. Нажимаем Start Mission. Ну, конечно, игра не такая, как любят многие аркады какая-нибудь, да, там стреляешь, убиваешь, экшен. Тут такая размерная стратегия. Также у нашего корабля основного будет ну, наши жизни, да, которые, если они дойдут до нуля, мы умрем. Так что тоже имейте это в виду, как бы контролировать этот процесс.
И не забывайте, для того, чтобы свайпнуть, просто свайпы. Для того, чтобы атаковать врага, просто свайпуйте в направлении него. Вот. Ну, потом у вас будет больше кораблей, и вы сможете со всех сторон свайпать. То есть усложнится, конечно, игра. Давайте попробуем вот эту миссию тоже пройти. Может, сейчас что-нибудь интересное у нас появится, и мы сможем какой-нибудь мощный враг нам встретиться. Атакуем. Давайте попробуем пройти до конца. Так. Ну, честно, я такой жанр я еще ни разу не видел на андроиде. Первый раз встречаю такой жанр. Думаю, если любите различные стратегии, такие нетерпеливые, такие спокойные, вам данная игра понравится. Также, видите, сверху показано, откуда враги у нас появятся, поэтому вам проще ориентироваться просто будет. Вот, давайте сделаем, чтобы быстрее все, убустрим все. Блин, мой корабль уже горит. Давайте быстренько всех завалим. Врагов становится больше и больше. Более агрессивно. Финальная волна, вот они. Куча их, куча мала. Ну, вот такая игра. Нравится, обязательно ее скачивать. Тем более она бесплатна. С вами был Android Android. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.